Мамаев приехал, да, все да, правильно. Да. Так что напрягайтесь. Можете это перистальтику вырабатывать. И особенно вот этот вот сотрудник полиции, который, я думаю, недолго будет работать. Орел, слышишь меня или нет? Он глухого играет, просто вот. Ладно, разберемся. Плюс-минус. Один сотрудник. Наткнулся видеоролики на вас в Мурманске от 1.10.23. Там доставка была, я так понял, в Октябрьске ОВД, что ли? Октябрьский ОВД. Молодого парня с клуба. Сейчас, а скажите, сейчас вспомню. Ну, Мамаев Владимир Владимирович меня зовут. Это мои ролики. Только, да. Что, да, я только смотрю этот ролик, только что фамилию называется и все, а имя отчество не называет. Ну, Мамаев Владимир Владимирович, так, от 1 октября, говорите, сейчас попробую вспомнить, что там было. А парня забирали, что-то они там обвиняют, что он там оборудование какое-то разбил на 250 тысяч. А, все, я понял, большой такой ролик, это в отделе полиции, там 2,5 часа мы находимся, да, и в чем вопрос? Я хотел бы вот так, на будущее, как бы, ну, конечно, лучше не сталкиваться с этим, вообще, так, средние, вот, там, минимальная там и максимальная цена, если мало ли конфликтная ситуация, например, с сотрудниками полиции, сколько ваши услуги будут стоить? Смотрите, все зависит от ситуации. Вот мне данный молодой человек позвонил утром. Так получилось, что я даже спать еще не успел лечь. Поэтому я очень быстро, оперативно сработал. Ну, несмотря на то, что там буквально 5 минут нужно было подождать, и я бы подошел, сотрудники Росгвардии его увезли в отдел полиции. А, условно говоря, мне до отдела полиции, я живу прям вообще, скажем так, напротив, я буквально за 3 секунды был там. То есть я с данного человека взял максимум 1500, хотя это я понимаю, что это очень мало, то, что я там сколько-то времени провел. Если связано с выездом куда-то далеко, не менее 3000 будет стоить. Плюс расходы на проезд. Если, допустим, такси заказываю, еду к вам. Главное не наделать глупости, не давать никаких объяснений, ни устных, ни письменных, тем более ничего не подписывать. То есть первым делом звоните, все, коротко рассказывайте ситуацию, я выезжаю на место. И дальше уже я все разговоры веду, потому что исправлять ошибки гораздо сложнее. Проще их не допустить, потому что в 99 случаях процентов все дело разваливается, потому что сотрудники полиции неграмотно оформляют документы. Понял. Спасибо вам большое за уделенное время. Ну, всего хорошего. Если что, говорю, звоните, я думаю, оперативно решим вопрос. Главное, если что-то происходит, ничего лишнего не болтать. Две аксиомы вы должны знать. Защитник и молчать. Защитник и молчать. Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего, до свидания. Всего доброго, до свидания. Все комментарии, которые должны быть даны, они прозвучали.